Всем привет! Сегодня две необычные, очень интересные посылочки с AliExpress. Сейчас скрою вам, все покажу. Вот это побольше, надо аккуратно, чтобы не повредить. Так, упаковано, как видите, надежно. Много пупырки. Так. Пакет в пакете, еще пакет, но это все равно радует. Смотрите, какая красота. Это детская сумочка, такая детская подростковая сумочка, как и чехол для телефона, можно сказать, что еще там детям носить. Ну, в общем, выполнено он, как видите, с такими камнями. Упаковано хорошо. Тут, о, как оно? Вот так работает замок. Так, внутри что еще есть у нас? Цепочка. Довольно длинная. Чтобы носить на плече. Здесь просто пакет упаковочный. Все, отделений никаких нет. Вот такая вот интересная сумочка. Очень выглядит красиво, симпатично. На странице заказа есть варианты. Можно посмотреть различные цветовые решения. Ну, я оставлю ссылку под видео, посмотрите. Тут оно жесткий, каркас такой. Вот так. Мне кажется, они позиционирует это как такой детский чехол для телефона. То есть, ну, понятно, что дети, я не знаю, даже там носят ли они помаду, а телефон у детей современных, конечно же, есть. И в основном они большие, больших размеров, поэтому вот такая вот детская сумка. Так, и вторая тоненькая посылочка, она тоже интересная. Здесь должны быть наклейки. Так, все. Вот такие наклейки бабочки красного и черного цвета. Ну, то есть это дизайн, украшение. Вот это, возможно, двухсторонний скотч в таком вот виде и в таком виде, вероятно, клеится сзади. Ну, заказывал я их не себе, по бесплатному посреднику, обе эти посылки. Так, сейчас мы посмотрим. Сама бабочка, просто пластиковая такая вырезанная фигурка. Так, и здесь, вероятно, вот это двухсторонний скотч. Клеите на бабочку, клеите на то место, куда бы вы хотели ее прицепить. Так, они, как видите, разных размеров. Так, две больших. Две средних. Так, 3, 4, 5, 8, 12, что ли, получается. И вот здесь инструкция. Скотч и на стену прилепили, или на холодильник, или куда угодно. То есть вы можете сделать такую дорожку, стаю, не знаю, как они там, как птицы летят полосками, какими-то клинчами. Ну, в общем, тут уже фантазия неограниченная.
как вы себе придумаете, так можно их и прилепить. И по цветам там, по-моему, тоже есть различные варианты для того, чтобы вы могли конкретно в свой интерьер подобрать цвет. Стоят они, кстати, недорого. Ссылку оставлю под видео в описании. Такая была сегодня распаковка. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.